В вашем поселке, в нашем поселке, совершена кража. Ищем вора. Не подскажете, в доме есть кто-нибудь? Нет никого. Может, на работе, я только вернулась. У меня есть другая. И мы сегодня с ней летим на море. И кто она? То есть я оплатила тебе фотосессию Королева, а ты закрутила с ним шашни. Это любовь. Не пытайся меня вернуть, перевоспитать. Вот сейчас хорошо. Легче? Давай еще. Почему ты решил от меня уйти? Потому что я тебя больше не люблю. Сиди тут, пока не полюбишь. Где у вас было? Да везде было. И на кухне было, и на столе было, и на стиральной машине. Вы разве не... Сюрприз. Вы не сердитесь? Нет, ни капельки. Я в доме напротив, тут полно охраны. Что? В программе произошли изменения, тут полный антракт, шеф. Ева, я все видел. Зачем ты его слезала? Помогите! Многие пары часто такое практикуют. Знаю. Расскажи, сколько дней в прошлом году я была в командировке? Ровно 300. Получается, я дома была только 65 дней. 66. Прошлый год високосный. Ева, беги! Ева, беги! Вот это кульбит. Тихо. Крикнешь еще раз, шею сверну, понял? Дэнни, что он делает? Успокойся. Он вор, а не насильник. Все под контролем. Ты самый странный мужик, которого я знаю. У тебя замечательная жизнь, и ты готов все это слить ради какой-то девчонки. Я и не знал, что у нас такой ебанутый поселок.